Да. Радстрой Алексей, Дмитрий. Сегодня вот сдаем объект. В принципе, все доделали. По желанию заказчика, по большому счету. Очистка воды, котел. Вот в котельной находимся. Ну и Виталий любезно согласился пару слов сказать. Ну, ребята молодцы, вот, все в срок, все четко. Mm-hmm. Мы согласовали сметы, вот, достаточно, ну, трудоемкий был процесс. Сколько мы по времени делали-то? Ну, делали буквально, я думаю, недели две, не больше. То есть, самое большое, это с учетом даже этого самого очистки, с учетом mm-hmm. всего. Поэтому, на самом деле, достаточно все компактно, быстро, четко. И самое важное, что вот как договаривались в смете, так все и получилось. Ничего не добавляли, ничего, да? Не добавлено, ничего не это самое. Все вот четко день в день и цена в цену. То есть, как договаривались, так и сделали. Ага. Поэтому, честно сказать, я очень рекомендую. Вот там есть мои телефоны, если кому нужно. Приезжайте, смотрите, все открыто. Поэтому, на самом деле, большое вам спасибо. Ты, в принципе, доволен, да? Да, более доволен. Чем доволен, поэтому претензий никаких нету. Обслуживание они тоже делают, как выяснилось. Вот для меня это самое важное, чтобы система mm-hmm. была под контролем у специалистов. Да. Вот. А дальше только пользоваться и радоваться, что есть такие технологии, да. которые позволяют, в общем-то, отапливать дом и чувствовать себя достаточно уверенно в этом. Ну, спасибо огромное, ребята. Благодарим. Еще раз огромное, да, вам спасибо.